С легким паром. В частном секторе на Береговой сгорела баня. Когда спасатели приехали на место ЧП, языки пламени пробивались сквозь крышу. Огонь в любой момент мог перекинуться на соседние дома. Бойцы МЧС прибили пламя водой, но пожар успел натворить бед. Проводка буквально расплавилась. Доски перед банником превратились в угли, каменные стены покрылись копотью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия данного пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств. Тем временем деревня Михалева оправляется от пожара. Местные жители решил сжечь ненужный хлам прямо во дворе. Порывистый ветер погнал пламя за двор. Огненная волна накрыла около сотни метров земли. Необходимо учитывать погодные условия. Ветреную погоду разводить костры запрещается. При разведении костров необходимо постоянно находиться рядом, наблюдать за процессом горения, а также иметь первичные средства пожаротушения, такие как запас воды, лопата. За неделю в Бобруйске спасатели больше 30 раз тушили мусор. Еще в 4 случаях горела сухая трава. Статистика вторит. Причина таких ЧП – небрежное отношение к правилам пожарной безопасности. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.